Недостаток лекарств и всего необходимого для борьбы с вирусом объединило медицинское сообщество республики. Так госучреждения поддерживают и частники. Медцентр здоровья передал первой городской больнице Махачкалы аппарат для искусственной вентиляции легких. Поддержка дыхания жизненно необходима пациентам с тяжелым течением коронавирусной инфекции. Главврач больницы Хаджимурат Малаев отметил, что любая помощь сейчас дорогого стоит. Сегодня частный центр подарил нам аппарат ИВЛ, которым очень будут нуждаться наши пациенты. Это очень важно сейчас понять, что мы на стороне, никто не должен оставаться. Это беда общая. Сегодня мы объединяемся, сегодня мы понимаем, насколько это важно. Жизнь, она дороже всего. Материальное благо, они приходят, когда есть жизнь. Я желаю всем здоровья. Я желаю тем, кто намерен помочь, чтобы у них это намерение в этом месяце случилось. Характеристики аппарата позволяют проводить вентиляцию легких в круглосуточном режиме при различных параметрах подачи кислорода. Напоминаем, что больница является одним из ковид-госпиталей Махачкалы.